Даже минута, давайте, поживей. Минута. Парни, все, работаем, работаем. Здесь пониже подсесть, с прямой спиной. Носить топе, слева направо напрыгиваем. Боком, можешь прям через них, можешь так. Два ножки поднимать. Лицом вперед, приведение бедра. Пониже подсесть, пониже, хорош. Илюх. Пониже, хорош. Илюх, вперед, вперед, приведение. Ничего себе! Ашалин. Ничего себе! Давай, Бара. Не воткнется далеко, но нет! Не воткнется. Нет вопросов. Понравилось, смотри. Давай, говорит, еще. Я не сильно кидал. У тебя заявочка была на победу. Да, но я на технику решил. Бар, ты первый теперь. Нет. Да. Последний, кто выиграл? Ты выиграл. Я выиграл. Хорошо, давай, давай, я начну. За линию смотрит. Нет. Вот не. Блин, ну мог зацепиться. Чуть-чуть бы. Мог зацепиться. Смотри, Сара сейчас не втыкает, а я вот так вот просто ее. Ой, нет, все, победа. Да, это победа. Это можно вот так сделать. Опа-на! 2-0, коллеги! Ты первый, начни хоть раз. Брат, кто, кто выигрывает, начинает треть. А нет, брат, ну, видишь, если попадаем, ты уже... Нет. Ты можешь вот так просто... Вы выигрываете тогда? Блядь, Сара мог просто вот так кинуть. Да, ну, да. Это нечестно. Сар, вы выигрываете тогда, будете последними кидать. Почему я позже не родился? Ой, раньше. Позже, да? Олимпийский. Худя, лови. Ну, нет. Похоже. По-братски. Все, показываю. Сюда! Нет вопросов. Ну чё, Борези? Чё, Борези? Ты как, низ брал или вверх? А? Внизу брал? Вот так. Вот так? Да. Хорошо. Я предлагаю последнюю сыграть. Да. Видимо, они вот чем занимались в отпуске. Я-то работал, бегал, футбол играл. Ну, еще борьбой занимался. Поправочку на ветер шут. Хорошо. Нет. Так, тут главная техника. Юля, отойди. Не-не, я кину нормально, чё я. Сара, давай. Я выиграл, получается. Я дальше. 2-1-0. Один! Я возьму Сара, Сара. У меня и самое идеальное воткнулось. Так, лучше. По одному.
скаутов забрать. Как нету? Ай-яй-яй, как готовится к отпуску. Ай-яй-яй. Давай, приехал. Я забыл, я левша. Первый левый. Он там последний забил, что вы с ним поделали? Понял, блин, сказал. Да я играю с вами. Оставь, вот смотри. Смотри, левая. Во! Да! Из двух два левая. Правая 100 ударов мимо. Левая, перехожу, я левша, я просто дал это. Из двух два левая. 100 ударов правых, чтобы... Back to reality we pour, yeah bitch, yeah bitch. Ain't nothing casualty at war, yeah bitch, yeah bitch. Too. Тём, новость тут была, что ты попал в рейтинг в тройку самых цитируемых ребят. Как думаешь, что было? Какое это место занял? Ну, мне кажется, я даже знаю, наверное, второе, да? Второе. Первое кто? Медведев.
Сидишь, да, третья? На третья. Третья не знаю кто. Тот... Овечкин, да, Александр? Ну, скажу, достойная компания. Медведев, Овечкин, Дзюба. Конечно, мы так знакомы с ним неплохо, да, одно время даже переписывались. Может, чуть, даже сейчас можем что-то поздравить друг друга там, тем или иным, так что нормально, да. В курсе, да, что он сыграл матч, закончил в 5 сетах в 3:37 утра. И, ну, выиграл, по-моему, сказал, да? Да, что он не сам смотреть. Кто у нас мог в 3:37 посмотреть матч? Слушай, ну, блин, не знаю. Кто просыпается в такое время? Ну, наверное, что кто-то, может, и большой любитель тенниса смог бы, наверное. Но я не знаю, кто. Ну, думаю, вряд ли я. Ну, я бывал смотрел, но я смотрел Федерера в любое время, а остальных нет. Овечки что? Слушай, ну сейчас, я думаю, связано, все же злорадствуют, я думаю, сейчас, то, что у него не совсем удачная серия, наверное. Это же, ну, потому что сейчас очень много инфоповодов, что он гонится за Грецки. И сейчас много разговоров, что мало забивает. Но это глупости. Сам думаешь по метрикам? Я очень надеюсь на это. С болезнью.